Привет-привет, мои дорогие! Сегодня 16 января 2014 года, и опять волей судьбы я оказалась в том же самом райончике, где была вчера. И вот, представляете, опять я вижу несколько пар башмаков, уже других, на проводах. Вот такие кроссовочки висят здесь. Ободранный, один вот тот верхний, вообще подошва оторванная, такие не очень, мне кажется, вчерашние были получше, поновее. Вот, и сейчас я вот туда пройду чуть-чуть, и здесь еще одни, причем у этих башмаков, так интересно, еще и подвешен какой-то платочек здесь сбоку, вот сейчас. Вот они эти башмачки и какой-то еще флажок повешен здесь. И вот я сейчас покажу, что находится рядом. Вот дома такие, довольно-таки приличные. Здесь один дом, потом вот здесь такой трехэтажный из нескольких квартир. Вот дом. Потом что? Вот где те башмаки висят, тоже вот такой дом. А вот это вчерашние башмаки, которые я вам уже показывала вчера, они висят вообще вот около такого огромного дома. Вот. То есть, если рассматривать версию с наркотиками, что кроссовки висят в том месте, где продают наркотики, то совершенно непонятно, где и в каком месте их реально искать. Я иду по улице, которая выведет меня к Walmart. Улица называется Кеамооку, что ли. Здесь на Гавайях название улиц на гавайском языке очень трудно и тяжело их запомнить. На этой улице находится очень много корейских баров, ресторанов, магазинов. Вот, например, суши хаус и даже надписи на корейском языке. Сверху вот тоже очень-очень много надписей на корейском языке. А там впереди будет магазинчик, я периодически туда захожу, чтобы купить корейскую еду. Вот как люди расположились и спят бездомные. И это практически в центре города. Вот и в нескольких минутах ходьбы впереди от меня будет огромный, красивенный Ала Моана шопинг-центр, в котором ходит богатая, нарядная толпа. И вот буквально здесь рядом можно увидеть бездомных с их тележками, которые спят прямо на улице. Конечно, для бездомных здесь рай, в том плане, что всегда хорошая погода, никогда не бывает холодно ни зимой, не ночью. Вот этот вот супермаркет на той стороне дороги, это корейский магазинчик. Я туда как-нибудь схожу, я люблю туда заходить. Я жила более 5 лет в Корее, в Южной Корее, и очень люблю корейскую еду. Иногда просто возникает непреодолимое желание зайти и купить что-нибудь корейского покушать. Также вот с этой стороны маленькие такие корейские магазинчики и ресторанчики, и караоке, и барчики. Вот. Вот с той стороны дороги корейский ресторан «Сараболь». Вообще, когда идешь в этом райончике, такое ощущение, что находишься в Корее. Я могу читать по-корейски, и мне так интересно, я все время хожу и читаю эти надписи на корейском языке. Я зашла в Walmart, как обычно, за кошачьей едой. Вот мои кошачьи карманы скидки почему-то, 5.76 обычно. Сегодня вот они по 4.88. Вот эти два вида я обычно им беру. И вот такие баночки, их любимые, по 54 цента. Обычно их 5 видов, но сегодня есть всего лишь 3.
Так что вот сейчас я этого и наберу. Вот здесь продаются краски для волос. И обычно я покупала Амоний Фри краску фирмы Гарнье, но сегодня нет ее, и это просто удивительно, или сняли с производства, или что случилось, я не могу понять. И вот я сейчас смотрю на другую краску, называется Clay Roll Natural Instincts Ammonia Free тоже. Вот, никогда я такую не брала. 9,14 она стоит. Вот это, по-моему, не от нее ценник. Вот. Не знаю, попробую, возьму такую краску, цвет light brown, светлый, светло-коричневый. Вот, есть еще светлый, вон, теплый коричневый, светлый карамель коричневый. Попробую, посмотрю, что получится. Вот смотрите, какая около кассы висит табличка. Все покупатели, которые кажутся моложе 40 лет, у них будет попрошено ID для того, чтобы доказать свой возраст. Вообще алкоголь продается людям свыше 21 года, но если уже видно, что совсем пожилой, то ID не будут спрашивать. А если кажется, что моложе 40, то обязательно спросят. Ну и вот мои покупки. Уже почти все подсчитаны. Итого получилось 19,20. Нет, еще и краска моя 28,84. Все, пока.